После того комментария я все-таки решил проверить. Вот сейчас сижу на этой фанерке на столе. Я думаю, выдержит столько, сколько мы даже не сможем сюда поставить. Ничего она не гнется, не ломается. Так что можно сажать и женщину. Даже шевелить можно ее. Нормально будет. Неустойчиво на трех ногах только, правда. Нормально. Ничего не гнется, ничего не ломается. Столько мы не сожрем однозначно.